Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас обзор 9-го каталога Avon Focus Outlet. Посмотрим с вами самые классные акции, поделюсь с вами отзывами. Давайте начинать. Предлагаю начать с Outlet. Здесь у нас волшебные грибы будут. Девчонки, мне как для лица эта маска совсем не понравилась, а вот как ночной крем для рук круто. Но для крема для рук это очень дорого, скажем так, да, мягко говоря. Тяжелая, забивает поры, вообще не понравилось. Нет, нет, еще раз нет. Что интересного нам обещают? Outlet. Опять некоторые модельки одежды. Это, конечно, не распродажа для этого костюма, но на него только положительные отзывы встречал. Губная помада люкс, да. Все жирные зимние продукты, помадки сейчас у нас идут в распродаже. Это здорово. Пудра с шариками, ну, за 299 она бывает обычно, поэтому, в принципе, нормальная цена. Нежное сияние. У меня есть такая, мне нравится, в оттеночке cool, классная. Что же у нас тут еще? Сумочки, сумочки, которых большинство на складе нету, да? За 89 рублей можно будет взять увлажняющий гель для душа, букета кашемир. Я, наверное, возьму, девчонки, потому что мне нравится, как пахнет Тенканта. И за 500 рублей целый набор. Лосьон для тела, спрей и для рук кремушек. Я не знаю, дорого это или нет, они распродают сейчас эту линейку, ее больше не будет, кто ее любит, конечно, стоит запасаться. Дезодорант и антипреспирант для мужчин 150 мл по 159 рублей. Я так поняла, большие объемы выводят из каталога, останутся только дейзики по 45 мл, поэтому тоже есть смысл ими запасаться. Ну и различные наборчики. Так, и теперь фокус. Помада Мания, да, у нас и в каталоге, и в фокусе. Здесь у нас при заказе определенных парфюмов, новинки каталога 9-го, да, вот эти, сработает скидка при покупке 2-3 ароматов. Я слышала на Cherish новый Escape, не очень хорошие отзывы, поэтому брать даже в пробники не буду. А вот на Elite Gentleman хорошие, прям действительно хорошие. А вот эти водички у нас тоже, наверное, участвуют в акции, да, правильно я понимаю? Если да, то классический Cherish мне нравится, и даже Cherish Moment тоже интересный, но не мое, не мое. Так, дальше скидки на премиальные ароматы. Самый классный аромат из этих Eve Confidence. Он крутой, он мне нравится. Today терпеть не могу, какой-то дешманский ландыш. Лак вот этот классный. Вообще, скидки хорошие, потому что по 599 рублей крайне редко бывают эти ароматы. Новинка каталога Surreal. Я возьму, наверное, девочки, пробник, чтобы посмотреть, стоит того или нет. Это 75 миллилитров. Какие ноты? А ноты даже у нас здесь с вами не написаны. Какие? Надо смотреть в каталоге в следующем. Вот такие наборчики по шок-цене. 149, 249. Я, может быть, возьму вот этот, кстати, наборчик, потому что мне понравился этот крем для рук. Бальзам никогда не помешает. И лосьон для тела не помешает тоже. Я туда, девчонки, добавляю жидкие витамины А и Е или немного какого-то масла для тела, чтобы еще обогатить. И вот этот лосьон наношу, когда выхожу из душа. Тело гладкое, напитанное. В общем, я вот таким образом пользуюсь. Появляется вот эта гадость. Я, кстати, слышала, что девчонки ее ищут. Она опять снова появляется. Это средство для снятия макияжа макияжа с глаз. Девчонки, это ужас. Я когда, по-моему, по стартовой программе мне пришел вот этот флакончик, я, конечно, в шоке была. Я вспомнила 90-е лихие, когда были только вот такие средства вырви глаз. Я не знаю, как ее назвать. Не пенка, лосьон, что ли, это, да, лосьон. Ой, это какой-то ужас. Хуже средства я никогда в жизни не пробовала. Будут скидки на карандашики для бровей, для глаз. На жидкий хайлайтер, на вот эту палетку. Я, кстати, на нее давно смотрю. Может, буду брать. Мне нравятся эти оттенки. Эти я, возможно, даже не как хайлайтер бы использовала, как бронзант и как тенюшки. 290 рублей. Вкусная цена, но скидки у нас с фокуса уже не будет. Новинка с обложки. Помада Легенда. В прошлом заказе я брала все абсолютно пробники и показывала вам все оттеночки. Плюс еще матовое превосходство. Два новеньких. Опять будут скидки на пробники хорошие. Можно будет брать и еще запасаться. Я в инфобоксе оставлю видео, где мы все с вами вот эти оттеночки тестили, наносили на губки. Кто еще не видел, проходите. Я делала это при естественном освещении. Поэтому видео передает оттенки действительно так, как они и есть. Хотя на каждых губках тоже они раскрываются по-разному, но все же. Малышки в формате спреев 10 мл будут по 139 рублей. Это классные мужские ароматы. Энью.
Здесь у нас дневной крем лица омоложения за 159 рублей, 15 миллилитров, тоже маленькие баночки. Можно воспользоваться такой акцией, дабы понять, нужна вам полноразмерка или нет, кто сомневается. Я уже знаю, что мне крема Инью не подходят. Они тяжелые для моей кожи, поэтому я их брать не буду. Я давно хочу взять, потестить мгновенное выравнивание, вот такой вот розовенький, похож на этот. Вот его хочу больше, из Инью я ничего не буду брать, девчонки. Уход, да, особенно последний вот Инью, гель, желе для умывания и мицеллярная вода, это дикий восторг просто. Они настолько круты, но крема я брать не буду. Бижутерия, сумочки вот такие вот, наверное, полиэтиленовые, что ли, походные. Что-то как-то дороговато для такой сумки. И дистиллери распродают. Мне кажется, их, девчонки, никто не берет с такой ценой. Вот уже начинаются скидки. Ну и сам каталог. Разворот такой большой. С помадами на любой вкус и цвет. Ультра. Она не стойкая, не беру ее больше. А леди. Глянцевая одержимость. Матовая одержимость. Матовое превосходство. Я вам два нюдовых оттенка в том видео тоже показывала. Призма классная понравилась. Она по стойкости чуть лучше ультра. Мне она больше понравилась, чем ультра. А, матовая металлик. Блеск для губ. И вот они новиночки. Вот они новиночки. Проходите в инфобокс, девчонки. Все свотчи, как смотрится на губках, все там есть. На туши скидка. Тушь я его тоже не люблю, потому что нашла свою любимую. У нас будет приз-сюрприз. Классно! Но для этого нам нужно заказать на 390 рублей со страницы 2.9. То есть нам нужно заказать помады, да? Правильно я понимаю? Помаду или тушь. Нам нужно взять какие-нибудь помадки. Больше ничего здесь нету. Либо туши, и мы получим приз-сюрприз. Я, судя по всему, в этой акции участвовать не буду, хотя постараюсь, потому что люблю для вас призы-сюрпризы заказывать. У меня там есть помадки из новой, которые мне понравились, поэтому, может быть, возьму какие-нибудь две помадки, и тогда с вами посмотрим, что же за приз-сюрприз придет. Я стараюсь в первый день действия каталога всегда делать заказ. Скидки будут на ароматы, на наборы ароматов. Только здесь, обратите внимание, 30 миллилитров. И туда и 30 миллилитров, малышка. Да? Рюкзачки интересные, кстати, вот рюкзачки действительно интересные. Я бы, может быть, вот такой вот синий взяла. Они у нас из ткани. И рюкзак у нас будет всего за 500 рублей, девчонки, при покупке с определенных страниц. Опять, ой, такие интересные акции, всегда загадочные. Как бы надо сидеть и думать. Если хочешь рюкзак подешевле, то сиди и думай, будешь ты заказывать с этих страниц или нет. Cherish Escape. Нет, девчонки, он приторный, нет, нет, еще раз нет. У меня прям голова начинает от таких ароматов болеть, поэтому я прохожу мимо него. И вот на эти ароматы у нас будет скидка по фокусу. Для любителей Perceive Dew классная акция. 1119 рублей будет стоить набор из воды 50 мл, 30 мл и лосьон для тела. Perceive Dew, кстати, классный аромат. А вот тут я уже задумаюсь. На лето, мне кажется, прям... какой классный. Шлейфовый чувствую. Вообще супер, супер. Морской цитрусовый. Да, вот это то, что надо на лето. Подумаю обязательно, потому что вот сейчас что-то к моим ароматам, и к Incandescent, даже любимого, рука тянется редко в жару. Я хочу что-то более легкое. Вот еще ароматы будут со скидочками. Ну, как сказать. Испир бывает по 400 с чем-то, поэтому вот эти все скидки как-то не ахти. Лосьончики парфюмированные для тела еще у нас есть в каталоге, будем запасаться. Или джентльмен у нас по каталогу будет 1000, так что кому понравилось, берем по фокусу. Аромат прикольный, я пока мужские ароматы брать не буду, у нас все в запасе есть. По 129 рублей будут карандаши «Золотое мерцание». Помните, девчонки, я брала карандашик «Белое золото» вот в таком оттенке. Несколько каталогов назад они у нас были, и подводить им очень круто нижнюю слизистую нижнего века. Смотрится просто обалденно. Поэтому за 129 рублей, кто давно их ждал, есть смысл, конечно же, заказать. Цена хорошая. Я думаю, дешевле они точно не будут. Смотрите, у нас все карандашики по 129 рублей будут. У меня в запасе пока много. И коричневый есть, и зеленый, и синий. Карандаши от Avon восхитительные. Я ими подвожу стрелку, они никуда не растекаются. Даже сейчас в жару остаются как влитые. Их можно потушевать, сделать такую красивую стрелку, да, немножечко тушеванную. Мимо этих средств я тоже прохожу, я летом ничем таким не пользуюсь. И вот видите, вот этот пудровый хайлайтер с эффектом загара 369, и по фокусу у нас 299.
Поэтому, в принципе, если мы возьмем его по каталогу и получим скидку, выйдет та же самая цена. Поэтому, мне кажется, его лучше по каталогу брать. Как-то не очень выгодная акция, совсем не очень. Какие-то новые кисти, девчонки, разноцветные. И набор кистей 599 рублей. Я боюсь, что это те кисти, которые были такие переливающиеся ручка. А они, ей-богу, г. Они плохо набиты, ужасно. И они у меня стоят мертвым грузом, только какая-то для теней. Вот я ей еще более-менее пользуюсь. Не знаю, может попробовать. Но отдельно их брать это слишком дорого. 260 рублей. Фаберлик дешевле. И Фаберлик кисти обалденные просто. Уже больше года ими пользуюсь, и ничего с ним не случилось. Просто обалденные. Будет классная цена на увлажняющую маску для ногтей. Она мне нравится. Я использую как ночной крем для рук. 30 мл за 99 рублей. Наверное, буду брать, девчонки. Она здорово напитывает кутикулу. Мне нравится, как она работает на руках. Бальзамы гадость, говорят. Даже брать не хочу. Clear Skin. 89 рублей. Это мыло. Масочки дороговато. Они бывают дешевле. Вот они, новиночки, да, у нас мицеллярная вода возрождения и гель-желе для умывания. Они крутые, девчонки, они очень крутые вообще. Бонус 50 рублей на любое средство со страниц 106-109 при покупке любого средства. Господи, как завернули-то, как завернули. В общем, если мы купим со страниц 102-105, то мы получим бонус 50 рублей на страницах со скидкой, короче, мы получим. Вот по этой цене. Мне из этого ничего не надо. И у меня это все есть. И я вам советую, девчонки, взять. Кто не брал еще, я прикреплю обзор, где я тестила эти продукты. Они обалденные. Вот эти два – огонь. Для любой кожи. Абсолютно для любого типа кожи. Гамаш жирный и сейчас в жару, ну, не очень. Тоник для сухой кожи, девчонки. Для жирной блестит. Сыворотка с витамином С. Даже для жирной, но не на ежедневной основе, одну капелюшечку, вот такую маленькую, разносим по коже. Для сухой можно и на ежедневной основе на ночь. Тоже одну капелюшку. Очень здорово кожа будет выглядеть с утра. Любимые средства начинаются, но пока нет особенной скидочки. Вот он, скраб мой любимый, дорогой. Пенка. У меня в запасе сейчас много. Нутроэффект матирующий не матирует. У меня кожа с ним жирная, жутко вообще. И он тяжелый. Нельзя для комбинированной жирной кожи делать такие средства. Тем более на лето. Это ужас для кожи. Ад, просто ад. Кромешный. Биби-крем мы с вами тестировали матирующий. Он подстраивается, девчонки, под тон кожи. Действительно подстраивается. Я не помню, какой мне пробник приходил. То ли экстра светлый, то ли светлый. Сначала желтит, а потом подстраивается. Совершенно точно говорю. Но тоже он не очень хорошо матирует. Не понравился, нет. Вот такой вот витаминный тоник. Витаминная эмульсия сейчас, конечно, актуальна на лето. Особенно обладательницам сухой кожи. Гиалуроночка, омега-6 тут у нас даже вообще просто супер. Но не за 459 рублей. Я не думаю, что он стоит таких денег. Очки тут у нас подорожали, как, девчонки. У меня вот такие, по-моему, если я не ошибаюсь. Или другие. Ну, в общем, мы их брали за 300 рублей по скидке. Сейчас как-то дорого. Началось лето, да, и уже цены начали на летние продукты взлетать. Потому что покупка очков, конечно, актуальна. Вообще, очки от Avon мне понравились. Действительно понравились. Тем более за 300 рублей. Когда мы 299 рублей, по-моему, они были, ухватили. Вообще супер. Сумка вот серая, вот эта, 499, я ее брала за 300. Она у меня в зеленом оттенке, классно. Не знаю, завезли их на склад или нет. Знаю, что многие девчонки эти сумки ждут. Но я не скажу, девчонки, что эти желтые цены, это скидочные цены, бывает дешевле. Тут опять Avon лукавит. Полотенце видела в обзоре, девчонки, вот такое. Оно так дешмански смотрится, вот это может быть получше и грубое. Видела у своей знакомой, она брала его, оно грубоватое, поэтому не знаю. Даже за 800 с чем-то рублей я никогда бы не взяла такое полотенце. Красивые косметички. Надо, кстати, только посмотреть по размеру. Мне прям понравились. Я бы вот такую розовую взяла. 350 рублей плюс скидка. Сколько рублей? 280 где-то в среднем, да, обойдется. Нормальная цена. Красивые. И девчонки вроде их хвалили. Крема для рук будут по 65 рублей. Тоже будем запасаться кремами. Средства для волос у нас пошли. Я сухой шампунь 199 рублей при покупке товаров с определенных страниц опять.
Сухой шампунь на лето, знаю, многие девчонки берут. Желтые ценники у нас опять. Ну, вот это еще более-менее цена на шампуни. Но я не беру шампунь от Эйвон, у меня от них чешется голова. Блин, на краску вообще никогда, по-моему, скидки нету. Краска хорошая у Эйвон, действительно хорошая. Темный оттенок мне седину даже закрашивала. Я не помню, 4.0 я, что ли, брала. И брала я, кстати, светлый оттенок пепельный, наверное, либо 9, либо 9.13. Хорошая краска, действительно хорошая, но у меня она смывается быстрее, чем краска от Avon. Ой, от Faberlic. Faberlic Expert Color более стойкая. Сыворотки, девчонки, классные. Я даже в том каталоге за 220 рублей, или в том они со скидкой были, я бы за 220 рублей их взяла, потому что они крутые. У меня сейчас сила кератина, и мои волосы просто ожили. У них второе дыхание, новая жизнь, и поэтому вот я пока останавливаюсь на силе кератина. До этого у меня была всесторонний уход, сила кератина для меня лучше, для убитых волос, да? Мимо этой линейки я пока тоже прохожу, девчонки. Не хочу больше над волосами экспериментировать. У нас любой гель для душа будет по 129 рублей. Зачем нам по 129, когда мы можем взять по аутлету за 89, там у нас был, да? Гель для бритья хочу, девчонки, взять с маслом жожоба. Хорошая цена. Кто пробовал, напишите, пожалуйста. Бритва у меня есть, нравится. Кто пробовал гель, напишите, пожалуйста, стоит ли того или нет, или лучше взять мужскую пену для бритья. Каталог просто пышит средствами SPF, да, для защиты, потому что уже у нас жарко. Слава богу, лето пришло. И после загара. Закажи спрей для тела за 129 рублей опять при покупке товаров, да. Может сыграть скидочка хорошая. Пены для ванн, желтые ценники, 500 миллилитров, бывает дешевле. Как-то вот не вдохновил, девчонки, каталог, честное слово, не вдохновил. Но заказ делать надо, что делать? Да, вот все, видите, 75 миллилитров у нас, да, 750, дейзики теперь. Да, 75 миллилитров, все, больших нет, поэтому надо тоже брать по аутлету, да, там большие дезодоранты, кто любит. В каталогах, я чувствую, их больше не будет. Детская линейка прям развернулась. Много средств всяких. Мне нравится линейка Frozen, кстати. У нас есть и туалетная водичка, и бальзамчики. Классная. Набор за 299 рублей. Здесь, конечно, много... можно подумать. Можно подумать. Есть что выбрать. Маска вот эта неплохая, Планета Спа. Но мне пока такие сушающие продукты не очень хочется сейчас брать. Не люблю с ними работать. Посмотрим. Надо подумать, потому что интимка мне не подходит. Конечно, можно взять гель для душа, пену для ванн, мужское что-нибудь или сыворотку силы кератина, потому что мне очень понравилось масло, может и сыворотка будет хорошая. За 199 рублей малышки для знакомства, неплохая подборка, иллюмината и Максим, Максима. Новинки прошлого фокуса, да, по-моему, у нас Алоха. Мне очень понравился скраб для тела, действительно. Там мало частичек, подойдет даже для чувствительной кожи. И много питания. Такая масляная основа, классный, понравилось. Кокос превалирует над цветочным ароматом, прям кокос-кокос, и небольшой отголосочек цветочного. Вот лосьон-спрей для тела, наверное, возьму, девчонки. При покупке двух и более продуктов срабатывает скидка. И, может быть, возьму пену для ванны, да, 500 мл. Вот лучше отсюда, и ту не буду акцию вообще трогать, они всегда как-то меня не очень... Затрагивают гели для душа 250 миллилитров по 79 рублей при покупке двух и более. Тоже классное предложение, можно затариться. Вот и женские на любой вкус и цвет. Вот эти как-то вот я бы на зиму отложила. Они приторные. Если выбирать сейчас на лето, то, конечно, вот с предыдущей странички. Они как-то посвежее, что ли, скажем так. Любой гель для душа у нас будет за 79 рублей, 250 миллилитров, тоже классно. Вот можно, сейчас я вам скажу, действительно ли так алоха пахнет. Нет, девчонки, в жизни алоха пахнет больше кокосом. Здесь превалирует цветочный аромат, поэтому не смотрите, вот не трите даже страничку, не надейтесь на это. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, что обзор вам понравился, я была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ссылочку на регистрацию в Avon тоже оставляю под видео. Всем пока-пока, берегите себя.